41, окно номер 6. Это была бы идеальная кредитная история. Здесь и процветающий нефтяной бизнес, и работа с солидными партнерами, и контракты как минимум с 6 нулями, один из которых нижнякам Калейсан заключила с банком. Взяла кредит на 47 миллионов рублей, по документам поручилась имуществом. После уже за другим кредитом пришел ее супруг Марат. Говорят, в банке он тоже оформил займ на 47 миллионов с лишним, предоставив аналогичные документы. Эти сведения содержат коммерческую и налоговую тайну, и поэтому подтвердить их достоверность не всегда представляется возможным. В данном случае искажение финансовой отчетности было выявлено в ходе доследственной проверки. Обман раскрылся через год. Оказалось, что и бизнес работал не ахти, и залога как такового почти не осталось. Получив деньги, они распродали то, чем можно было погасить кредит, стань они, например, банкротами. Деньги ушли, а пара больше в банке не появлялась. Пустуют и здания, где базировались их вчерашние фирмы. По подсчетам Сбербанка, сбежавшие бизнесмены остались должны порядка 100 миллионов рублей. Следственным управлением МВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество в сфере кредитования. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства дела и предпринимает меры для возмещения причиненного ущерба. Где сейчас Лейсан и Марат, и что предпринимают полицейские, пока тайна следствия. Детали прояснятся, когда допросят всех причастных к делу. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Нижнекамск.